Жители дома на Красиково запаслись как водой, так и терпением. Воды нет с 9 утра. И таких, как Розалия Шакирова, много. Под отключение попали 476 домовладений. 2-3 ведра собираем, и бутылку ларга собираем. Если у тебя запас воды не будет, как надо жить? Суд, это чай допить надо, суп-то сварить надо. В данный момент производится переврезка домов и абонентов на новую трассу. На все 26 часов. Настолько без воды оставили жители Юдина. Ремонтные работы идут сразу на трех участках улиц Ильича и Красикова. Специалисты подключают водопровод к централизованным сетям. Еще с основания поселка, который закладывали в советские времена, она довольно-таки изношенная. Вот, выполняется полная реконструкция водовода, довольно-таки большого, диаметром 400 миллиметров, от которого питается практически весь поселок. Несколько раз в сезон давала сбой, труба текла в каких-то соединениях, сейчас будет все новое. Из-за работ краны пересохли в 50 многоэтажках, еще в 120 снизилось давление. Ну, я вот 3 ведра сейчас налила, успела. Утром? Да, утром. Пока пришла с работы и налила. Нужная работа, а как же, везде же вон аварии. Все это мы понимаем, принимаем и входим в ситуацию. Водоканал сообщил, ремонт завершат к 11 часам завтра. По нашим подсчетам, из-за переподключения сетей на сухом пайке оказались примерно 15 тысяч казанцев. Без воды сегодня остались не только жилые дома. Также от коммуникации отключены и социальные учреждения. Это 14 административных зданий, 5 детских садов и 1 школа. В них сегодня пусто. В 152-й гимназии учатся больше 1000 ребят. Для них сегодня и завтра занятия на дому. Обучение у ребяток проводится онлайн по особому расписанию в соответствии с нормами Санпина. Ребята подключаются к образовательной платформе «Сферум», которые они уже все подключены. Учитель делает групповой звонок, видео, и ребята все выходят на эту платформу. Как предупредили в водоканале, это не последнее масштабное осеннее отключение. 1 октября частично останется без воды практически весь центр Казани. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.